В населенных пунктах округа завершается благоустройство. В этом году деньги на облагораживание территории муниципалитетов выделялись по системе грантов. Одним из главных критериев конкурсного отбора были результаты фактической реализации мероприятий по благоустройству территорий, проведенных в предыдущем году. Средства из окружного бюджета были выделены 12 муниципалитетам. Между ними было разделено 100 миллионов рублей. Сумма грантов составили от 2 до 20 миллионов рублей. Приморско-Куйский сельсовет получил из окружной казны 12 миллионов рублей. На эти деньги построили уличные деревянные ограждения, приобрели и смонтировали детский игровой комплекс, построили контейнерные площадки, закупили светодиодные деревья, которые установят к Новому году. Сейчас работы в Красном полностью завершены. Также закончены работы по благоустройству в Карском сельсовете. Там на 4 миллиона рублей отсыпаны подъездные пути в административном центре муниципалитета и восстановлен памятник землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Почти завершились работы в Коткинском сельсовете. Из окружной казны в муниципалитет было перечислено 3 миллиона рублей. Уже заменено 1200 метров мостовых, установлены цветники и клумбы. Завершается строительство пешеходного моста. Не забыли власти и об удобстве местного населения. За этот период сделано 6 площадок под мусор, бетонированные с ограждением. Приобретены 18 контейнеров пластиковых по 270 литров, каждый контейнер на колесах. То есть они уже практикуются, уже пользуются жителями, вывоз мусора осуществляется один раз в месяц. Детская площадка на 12 элементов игровых установлена. Она недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса. Там и горки, и теннисный стол, и игровые элементы городок. В Великовисочном сельсовете работы также на завершающем этапе. На благоустройство муниципалитета поступило 8 миллионов рублей. На эти деньги установлены детские площадки, скамейки, урны, закуплены светодиодные светильники. Сейчас в Великовисочном продолжается подсыпка центральной дороги. Также к началу следующей навигации полностью преобразятся причалы в населенных пунктах муниципалитета. У нас приобретены и установлены в населенных пунктах пластиковые причалы, закуплены павильоны для ожидания пассажиров. Причалы частично установлены, но, к сожалению, навигация закрылась, комплектующие еще остальные в Нарьян-Маре, но в следующем году они будут установлены и будет все красиво. В этом году впервые средства на благоустройство муниципальных образований выделялись на грантовой основе. По словам руководителей населенных пунктов, деньги были распределены очень поздно, поэтому сложно было уложиться в срок по доставке оборудования и проведения всех необходимых процедур. Несмотря на трудности, руководителям поселений удается уложиться в срок. Почти полностью завершились работы в Юшарском, Малоземельском и Пёжском сельсоветах. В завершающую стадию вошли работы и по благоустройству Канинского, Телевисочного, Андикского и Колгуевского сельсоветов. После завершения главам администрации предстоит отчитаться по расходованию средств, выделенных на облагораживание территории муниципалитетов. Алена Валей, телеканал «Север».